Что не разглядели в договоре со своей управляющей организацией жители, то заметили сотрудники надзорного органа. В январе прокуратурой Фрунзенского района города Иваново в деятельности 12 управляющих компаний выявлены факты незаконного повышения платы за содержание и ремонт общего имущества при отсутствии решений собраний собственников. Кроме того, положения о возможной ежегодной индексации в одностороннем порядке содержались в самих договорах управления. Жители подписали такой документ, вероятнее всего, по неграмотности. А между тем, подобные условия ущемляют права, установленные законом о защите прав потребителей. В связи с выявленными нарушениями прокуратуры района в управляющей компании в январе текущего года внесены представления. В отношении 7 руководителей организации возбуждены дела о административном правонарушении по части 2 статьи 14.8 КОАП РЭП. Это включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.